Пусть попросите свою дочь меня разблокировать. Максат зовут. Что за Максат? А хуй его знает, Сайка, короче, стоявский пацан. А я ему говорю, у тебя образование есть? Он мне говорит, колледж. А я ему говорю, и мама с папой где работают? Папа, короче, в котельных какой-то. Я ему говорю, слышь ты, если ты будешь моим зятем, полы у меня в доме будешь мыть и ноги на моих ногах стричь. А он пишет, засыпь сейчас и мы все нахуй, мы сейчас. Ой, больше не пишет ни мне, ни мне. У меня высшее образование есть, второе собираюсь поступать. Вот, ну ты давай поступай, потом будем разговаривать. А так что вообще? Что вообще? Долго, у нее уже две квартиры у вас стоят. Ну, одна моя, значит. Нахуй вы ей нужны, блядь. Угораю, я по-любому когда школьник. Страсти и этот, и чищи, снимок никого нет. Ну да, это то. Умеет. Сейчас ваши казашки, блядь, ты меня извини. Да? Хуже русских, сука, блядь. Согласен, полностью, конечно. Как свиньи, блядь, стали эти казашки, блядь, серо закрашены. Ты катушки, блядь, да какая катушка, ты девочка, блядь, мусульманка, ёб твою мать. Идут, блядь, половина всех катушков бабы, блядь, сейчас, казашки. И все курят. Если не сигарету, то вот такую вот хуйню, как у него. Да, потом от них воняет еще, блядь, вот этим сигаретой. А вот этой хуйни воняет. Давай, раздевайся. Да, а давай. Давай подправлю. Давай, бесплатно подправлю. Давай. Давай, быстро 2 минуты подправлю и все. Давай. Сразу. Ты сразу поймешь, что такое крышка, да? Я тебе просто подправлю и все. 3 минуты долго не будем, болтать не будем даже. Да, давай. Я его травлю. Давай, а то у меня подправлю и все, и пойдешь. Давай. Не жалко мне, тетя мне, просто уже раз осталось, и раз подправлю и все. Давай. Да не раздевайся, что ты стесняешься. Оно всячески подсыпает. Давай я тебе подровняю, я быстро подровняю. Мы с тобой же уже болтать не будем, я тебе 5 минут и уйдешь. Где вы будете поправить? Я тебе быстро подправлю, покажу. Вот раз, нет, вы мне покажите, а если мне не понравится? Тебе понравится. По-любому. Я тебе 100% говорю. Что за 200?